Друзья, спасибо вам всем за поздравления. На день рождения у меня завтра, 13 марта, в понедельник. А сегодня мы с вами встречаемся в Екатеринбурге на парковке Меги в 8 часов вечера. Будем провожать мое 20-летие. Вот смотрите, даже кудри наплела. Так, ну встреча будет вечером, а прежде у меня... Прежде у меня запланировано еще одно очень важное дело с участием моего Марка. Спорим, ни за что не догадаетесь, что мы придумали. Так, еще задача вот этот ковш пассажирский переставить на водительское сиденье, потому что ковш с водительского сиденья сейчас находится где? В двойке. Вот там. Ну и, короче говоря, чтобы двойка не оставалась без кресла, решили сделать ченч. Так, приехал эвакуатор. Сейчас будем грузить. А это лишнее. Остается пока здесь. Посмотрите, а вот это мой папа. Посмотрите его недовольное так, лицо. Чуть право. Опять дочь какое-то ведро куда-то тащит. Во-во-во, и куда ее, говорит? В детдом. В детдом. Правильно, да? Так, я немножко не в графике, чуть-чуть опаздываю, поэтому еду чуть-чуть быстрее, чем обычно. Надо успеть забрать торты, забрать Алекс и поменяться с Колей машинами, потому что, видите ли, он не может ехать на моей двойке. Видите ли, ноги у него не помещаются. Придется мне сегодня всех спасать. Это сок. Подарки. Сок. Трехлитровый. Вишневый, скорее всего, да? И... Дальше. Вишневый компот. Обычно. Это тоже вишня. То вот точно. Там сама решишь, куда повесить. Это очень важная вещь в Жиге, потому что без нее... Потому что Жига пахнет Жигулями. Еще вот это важная вещь. Так, следующее. Предохраняйтесь. Как бы странно не звучало, это тоже важная вещь. Это отлично. У меня на ней вольтметр держится. Слушай, сегодня вспоминали, что они нужны очень. Да, очень. Да, круто, дальше, круто. Когда вот, значит, все совсем красиво, все намыто. О-о-о. Мне кажется, на каждый подойдет. Это вот такая вещь. Да, да, и, хороший. И, в общем, когда у тебя самой бенз кончится... Чтобы я могла добежать с трассы. Дополнительная батарейка, да-да-да. Чтобы побежала и машину за собой тянула. Все, в общем, с наступающим. Спасибо, я тебя обниму. Спасибо большое. Спасибо. Круто, круто было.